Воздушные приседания. Ноги надо поставить на ширине плеч. Прекрасно. Напрягай пресс. Опускайся так, чтобы таз опустился ниже коленей. Это нижнее положение приседания. И вверх. На что надо обратить внимание? Во-первых, чтобы пресс был все время напряжен. Вниз. И вверх. Во-вторых, руки и грудь нужно тянуть вверх, чтобы спина оставалась ровной. В-третьих, при выполнении приседания таз должен пойти назад и вслед за ним согнуться колени. И вверх. Дальше. Пятки должны все время оставаться на полу. Смотрим на стопы. И теперь повернем сердцо. И последнее. Ваши колени должны смотреть в ту же сторону, что и носочки.